Привет, меня зовут Дмитрий. Я работаю в компании Орифлэйм уже 10 лет. И все эти 10 лет я встречал многих людей, которые исполнили свои мечты о красоте, доходе, карьере, путешествиях. И все эти же 10 лет я слышу различные мифы об Орифлэйм. Ну, например, финансовая пирамида. Давайте разберемся с этим. В основе любой финансовой пирамиды лежит следующий принцип. Любой в нее входящий должен заплатить деньги. Эти деньги за регистрацию и являются ее основным капиталом. Какого-либо продукта просто не существует, либо он не имеет никакой материальной ценности. В Орифлэйм, и это важно, мы производим реальные, отличные косметические продукты. И они распространяются сетью независимых консультантов. Наши консультанты приобретают косметическую продукцию с выгодной скидкой от цены каталога, рекомендуют ее своим знакомым и таким образом получают прибыль. Но более того, вы можете вообще ничего не продавать, а просто, зарегистрировавшись, покупать для себя косметику с такой же выгодной скидкой. Согласитесь, не очень похоже на финансовую пирамиду. Во всем мире Орифлэйм известна как крупнейшая европейская косметическая компания прямых продаж. Акции Орифлэйм котируются на международной стокгольмской фондовой бирже. С Орифлэйм сотрудничают первые лица государств, например, королева Швеции Сильвия и ее дочь, принцесса Мадлен, участвуя в наших благотворительных проектах. В России успехи Орифлэйм также отмечены на государственном уровне. Например, международной премией Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству. Мне кажется, это более чем убедительно. Именно поэтому я здесь уже 10 лет. Присоединяйтесь и вы, и убедитесь, что Орифлэйм – международная компания самого высокого уровня.